В Новой Москве обезьяна откусила девочке два пальца. И кто же виноват? А теперь вспомним, как ведут себя некоторые посетители, которые, к сожалению, находятся не в клетках. Причем не только дети, но и, как видите, взрослые. А вот что произошло. Вот это вот обезьянка. Вот она. Вот. Здесь как бы вот высота. Ну вот, человек протягивает руку. Но я скажу, что остается еще где-то полметра с лишним до вольера. Здесь, значит, указана табличка. Ну вот между вот этими порядка 10 сантиметров. Вот это. Ну и высота вот где-то 1,5 метра. Ну и вот так. Вот коридор. Везде указатели. В зоопарк на Калужском шоссе родители пришли с дочкой посмотреть на животных, а потом решили порадовать питомцев и покормить их с руки. На то, что рядом с обезьяньим боксом находится табличка с предупреждением не протягивать руки к вольеру, это опасно, посетители внимания не обратили. Папа поднял малышку и перенес через заграждение, чтобы та дала животному еду. Но самец черного мангабея, находившийся в вольере со своей беременной самкой, не ждал гостей и вступился за семью, вцепившись зубами в пальцы девочки. Дальше, друзья, вы можете почитать все сами. А это зоопарк, тот самый планета обезьян. И как вы видите, дети там, ну и взрослые, не соблюдают правила техники безопасности. Школьникам было позволено угостить обезьянок фруктами, которые продавались на кассе. Однако экскурсовод предупредила малышню, что делать это нужно под присмотром взрослых. Видимо, девочка не услышала предупреждения. Ограждения в зоопарке тоже очень впечатляют. Так что, друзья, не только тигры и львы могут быть опасны, но еще и обезьяны. Я за то, чтобы вообще прекратить кормление животных посетителями. С этим и так неплохо справляются сотрудники зоопарка. В источниках указано, что именно папа перенес маленькую девочку через барьер, чтобы она могла дотянуться до обезьянки и покормить ее. Но эта информация пока не точная. Хочу вам показать некоторые кадры и фотографии. Здесь вы можете увидеть уникальные кадры. Дикари в гостях у животных. Мальчик, плюющийся верблюда. Все эти видео есть на YouTube. Родители не понимают, что барьер – это ограждение, а не лавочка, на которой можно сидеть. Они прям-таки жертвуют своими детьми ради лучших кадров. Так что запомните, что не только тигры и львы могут быть опасны. Даже с виду какая-то безобидная обезьянка может в один миг оставить вас без пальцев. Помните о правилах техники безопасности и предупредите своих детей.